Аналогов такого оборудования в Хакасии не было никогда. Все анализы на гормональные, онкоисследования, а также гепатиты и еще множество заболеваний до сих пор делали здесь вручную. То есть лаборанты разливали кровь, самостоятельно добавляли химрастворы и сами проводили все тесты. На качество проведенных исследований никто не жаловался, однако на иммунохимию вручную уходит огромное количество времени, а его порой у пациентов нет. Он фактически полностью автоматически после формирование заказа, в течение 20 минут он делает первому пациенту, и каждый последующий анализ входит через 18 секунд. Мы можем определить 200 анализов в час. А это значит, что ежедневно сдать анализы и получить результат смогут 600 человек. Врачи лаборатории с восторгом рассказывают, как анализатор-архитект облегчил жизнь больницы. Качество проводимых исследований и скорость изумительная, достоверность анализов 100%. Возможности у него широчайшие. Это гормональные исследования, онкомаркеры, лекарственный мониторинг, инфекции. Результаты экспертного класса, по ним ориентируются онкологи, эндокринологи во всем мире. Стоимость передовой технологии в иммунохимии 15 миллионов рублей. Но пока это не собственность больницы. Американский эксперт-анализатор выделен республиканской больнице на год. Оно поставлено представителем производителя по Сибирскому федеральному округу, аппарат американский, в рамках тестирования. То есть данное оборудование будет стоять на территории республиканской больницы, выполняя всю лабораторную диагностику, которую необходимо нам делать, бесплатно. Единственные расходные материалы будут приобретаться за счет средств республиканской больницы. А после испытательного срока Минздрав Республики может его выкупить, если в больнице останутся довольны его работой. Инновационный архитект в клинике всего несколько дней, а объем выполненной работы как за месяц службы. Поэтому Минздраву Хакасии, пожалуй, придется все же найти 15 миллионов рублей. Мария Добрынина, Игорь Прюханов, Вести Хакасия.